Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Ну что же, у нас третий день, и я забираю 25 рун. Так, сегодня у нас, по-моему, должно быть доступно событие, которое я долго ждал. Да, тут, ребята, было обновление игры, поэтому не обращайте внимания, что загружаются опять же данные. Так, что мне на этот раз выпадет? Ага, яйцо. Вот такое вот. Отвлечь. Бесплатно. Успех гарантирован. Давай бесплатно, фиг с ним. Пускай. Здесь нам что выпадет? О, 200 миллионов древесины. Слушай, ну неплохо, я тебе скажу. Так, эти все у меня с древесиной теперь стоят в ожидании. Что такое сезонный абонемент? Это что такое? Смотри-ка. Так, начался новый сезон. Ну, начать. Это покупать? Ох ты. Вход ежедневный. Ребят, смотрите-ка. Что-то новенькое они здесь придумали. Так, рекламу можно посмотреть, да? Получим с тобой 10 рун. Отправить беззубика в путешествие. Получим еще 5 рун. Вау, слушай, это у нас новенькое что-то с обновлением. Абонемент премиум активировать. Но у меня же его нету. Ничего себе, ты прикинь. За 1000 рублей ты получаешь вот это вот все. Плюс грязевую яму. Но это все стоит 1000 рублей, друзья. Дорого. Грязевая яма. Эть, не могу. Я могу только получить вот, железо. Привал викингов, 50 рун. Слушайте, друзья мои, ну это круто. Это мне очень нравится. Блин. Хм. Кто очень доволен, ребята, пишите в комментарии. Мне лично нравится пока. Вот новое вот это обновление. Так, ладно, что-то мы отвлеклись с тобой. Давай здесь обменяем топорик с тобой. Дальше что у нас тут? Давай посмотрим, что у нас легендарные драконы принесли. Так, треску. Да-да, ребят, я знаю, что это не треска, просто мне так привычнее называть треска. Да и прикольно. Так, здесь мухоморы, опять же тусклый янтарь. Так, а что у нас тут-то хлопчики стоят? Ну-ка давай-ка глянем. Ага, 67 миллионов на прокачку. Пускай летит. Так, ты мне принес древесинки, да? Прокачать тебя, наверное, надо. Лети, так уж и быть. А ты что загрустил? Дорого ты, конечно, обходишься мне, очень дорого. Но ладно, пускай пока, наверное, плетит за древесиной. Пускай летит. 89 миллионов рыбы, ты прикинь, сколько он мне приносит. 165 миллионов. Ребята, а давайте мы с вами весночёса попробуем прокачать до сотки. Ты представляешь, сколько он будет мне добывать ресурсов? Я уже даже вижу, сколько. Миллион, ребят. Миллионами будет тащить мне. Так, покормить. Ловушка лома. Чего не хватает? Рыбки не хватает тебе, да? Так, а у меня тут еще набор какой-то. Завис. Ох ты, 100 рун, спасибо. Нифига, вот это я понимаю, ребята. И экзотический шепот смерти. У меня есть такой? По-моему, нету, ребята. Прикинь, экзотический шепот смерти, ребята. Это новинка, у меня такого не было. Конечно, я с удовольствием его поставлю. Такой маленький. Давай-ка мы его покормим. Вот, полетело. Экзотически это лучше, чем обычно, согласись. Так, этих своих орлов. Так, а ты-то что у меня стоишь? Блин, точно, рыбы-то нету. Вперед за рыбой. Так, ну ты-то у меня прокачаешься сегодня в титаны или нет? Нет, нет, нет. До сих пор, ребята, он сопротивляется. Ну не хочет он никак. Никак он не поймет, что это в его интересах быть титаном. Ну ладно, я же не могу его заставить. Так, здесь дровница заполнена, я понял. Значит, нам нужно с тобой куда-то эти дрова потратить, согласись. Так, ну тут понятно, приправа бесплатная, пускай летит. Так, сарделька, у тебя там что? Что-то не дашь. Шестеренки? Ну, конечно же. Конечно же, шестеренки. Давай внутрь, бесплатно лети. Так, кривоклык. О, сейчас мы что-то получим. И это будет 100% тусклый янтарь. Как пить дать? Бью об заклад, что так и будет. Ну вот, никто и даже не сомневался в этом.
Так, ну мы его с тобой отправим дальше в приключения. Но я думаю, что вот за 60 рун пускай летит. Грамм гильды. Так, что мы с тобой получим? Тут одно из двух. Либо рыбу нам дадут, либо шестеренки. Поверь мне, руны нам не дадут. И это будут шестеренки. Все, я понял. 25 штук, да? Окей. Так, ну что? Соберите 30 предметов для обмена в любом режиме. Достижения даже какие-то здесь сделали. Ничего себе, друзья. Давай, наверное, на остров изгоев его отправим. Пускай летит. Так, древесины у нас много. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Монетки Одина. Блин, крылатый ужас, громобой, шипорез. Так, и немножечко ресурсов. Жалко, что... Так, откройте два набора карт. Окей. Так, подожди секунду. Давай-ка мы посмотрим с тобой еще рекламочку. Вот здесь. Так, монетки. И сам пак. Костолом, шторморез, экзотический дымодышащий. Так, понятненько. Тут вроде бы как все. Блин, подожди-ка. Мы же можем с тобой? Конечно, можем. На обмен поставили. Так, нам не хватает рыбы. А с рыбой у нас проблема, кстати. Вот именно с рыбой. Древесины дофигища, а вот рыбы нет. К сожалению. Так, подожди-ка, где-то у меня здесь модификрылка еще стоит. Вот она. 47 миллионов. Что-то как-то мало она мне приносит. На 83 уровне всего лишь 43 миллиона. Даже этот приносит больше, да? Как его увеличать-то? Скажи мне, я скажу. Весночес. Намного больше он приносит мне. Так, кстати, у нас же, по-моему, эпический сейчас пак уже созрел на открытие. Точно. Костолом, шторморез, кревет, громовой защитник. Так, шепот смерти, защитник, кривоклык. Четыре карточки аж сразу. О, и клыкокрив. И беззубик, три карточки, ничего себе. Оу, пещерный склотряс даже выпал, ничего себе. Такое очень редко бывает, чтобы две легенды и плюс экзотика. Ой, какая схватка, подожди, о чем ты? Никакой схватки сейчас не должно быть. Так, у нас опять что-то здесь собралось. Угу. Так, посмотреть ежедневное видео. Хм. Так, тут еще... Подожди, а зачем нам листья? Секундочку. Тут еще несколько этапов, что ли? Ах, вот оно как. Тут ежедневки. Так, отлично. И есть события. Прикольно. Что я могу тебе еще сказать по этому поводу? Так, что-то меня отвлекли маленько. А, мы же хотели с тобой пойти на события. Ох, нифига тут. Выживание. Плюс у нас происшествие. Груз для драконьего края. Ну, естественно, пойдем с тобой вначале на выживание. Я тебе говорил, что это испытание короткое. Опа. Так, ну это понятно, что охотники заняли позиции. Смотри, какой пак, офигеть. Друзья, давайте попробуем его получить. Я не знаю, получится ли у нас. 6 поединков. Раз, два, три. 6 поединков по 4 боя получается, да? Так, ну вот то, что здесь шепот смерти. И у нас очень мало, блин, ресурсов, очень мало. Всего лишь одна груша и 2 прилива сил. Да, скудненько, если честно. Так, это у нас костолом. Красный, да? Ну, понятно, здесь они пока мало урона наносят, потому что это только лишь первая волна. На 6-й волне они мне дадут прикурить по полной программе. Так, опять шепот. Так, давай бомбить. По идее, друзья мои, после обновления всегда должны исправляться ошибки. Может быть, игра наконец-то перестанет вылетать. Хотелось бы мне в это верить. Так, бомбим. И укусик. Так, это у нас третья волна. Ровно половину мы прошли. Но пока расслабляться не стоит, поверь мне. Шепот смерти пока здесь самый такой слабенький. Дальше он будет жестко жестить.
Потому что у него... Тихо ты. Потому что у него уже уровень такой конкретный. Давай, наверное, так сделаем. И укус. Так, сейчас кому-то звезданет. И мы в ответку его добиваем. Четвертая волна. Так, водорез присоединяется. Это не самый лучший вариант, если честно, с водорезом-то. Ой-ой-ой-ой, водорез сейчас будет броню понижать. Ну что ты там фыркаешь? Ты посмотри, сколько отнимает здоровья, а. Кого будет кусать? Ну естественно, у кого меньше здоровья и кто без брони, того и кусает. Старая школа. Блин, горелый, да что ж ты делаешь-то, а? Изверг. Сейчас опять сюда ударит, да? Ой, ребята, я не знаю, нам надо хиляться. Я не выхиляю, у меня не получится. Он сейчас опять звезданет. Слава богу, не туда. Отлично. Тогда есть небольшой, так сказать, шанс. Ой-ой-ой-ой-ой, пятая волна, ребята, пятая волна. Че, хиляемся? Фью. Но сейчас будут бомбить они мощно. Это я тебе точно говорю. Пламенем сейчас будет жарить. Слушай, нет. Они тут сами на себя не похожи. Они делают что-то не то. Ну, это и хорошо, что не то. Ай-яй-яй-яй-яй, кого блокировать будет? Промахнулся, ты прикинь? Водорез промахнулся своей ультой. Это классно. Так, возможно, мы сейчас с тобой подобьем. Возможно, мы сейчас с тобой здесь выиграем. Но это только первый поединок. И еще один будет поединок у нас впереди. Это предпоследний бой. Так, ну, мне придется так сделать. И добьем. Последняя волна, ребята. Поехали. Тяжело, конечно, сейчас он разбирается. Ой, как тяжело. Ну что ты там, водорез? Ага, ты куда? Понятно. Кусаем. Этот сейчас будет бомбить, скорее всего, штормореза. Причем такие сильные повреждения наносят. Ну, все, по-моему, мы сейчас потеряем. Другого варианта не было, ребят. Или нас просто бы добили. Вот этот вот хмырь, поверь мне, уничтожил бы. Ой, ну, на этом событии мне, наверное, все-таки придется потратить наши, ребята, руны для того, чтобы приобрести 3 груши. Если мы хотим с тобой пройти это событие. Своими силами я, наверное, не справлюсь. К сожалению. Ты что творишь? Ирод! Ты смотри, что он сделал. Понизил броню, плюс еще и блокирует. Хорошо, минус один. Так, ну этому все, не жить, ребят. Этому не жить. Это только первый поединок прошли. Ну что, давай крутанем колесо и посмотрим, что нам выпадет. Дай плод мудрости, плиз, есть. Вы смотрите, ребята, даже у нас буковки стали четче выражены. Да, нормально. Так, ну что, мы забираем с тобой пак. Давай. Ареновский, это у нас пак. С новичками, естественно. Фух, ну что, собрались, пойдем. Следующий поединок у нас. Можно сказать, что это предпоследний, да? Да, предпоследний бой. Да что ж ты будешь делать? Они везде всуют этих шепотов. Тут еще и дымодышащий. Так, ну что, поехали. Так, ты не каркай там, пожалуйста. Такой маленький уже может понижать броню, ты представляешь? У него уже получается это. Спасибо, Барсик. Удружил. Ну что-то там.
Что-то кряхтит, дергается. Не забомбим, да? Давай, наверное, просто укусим. Двойную атаку. Сейчас перетерпим удар и добьем. Так, первая волна миновала. Вторая. На второй волне то же самое все. Поехали. Так. Ай-яй-яй, могли бы добить его, конечно, если бы с крита. Минус. Ну что, душитель, вот мы и до тебя добрались. Пускай даже не фыркает. Добивка. Ну что, переходим с тобой на третью волну. С четвертой, не забывай, добавляется третий дракон. Поехали. Так. Наверное, не стоит тратить пока, потому что отнимает они мало здоровья, а восстанавливаем мы с тобой приличное количество хп. Так что лучше прибережем это, да? На четвертую волну. Как вариант. Ага. Попрыгунчик прыгает. Ну вот. Ё-моё, да вы серьезно что ли? Блин, нам придется вот этого, наверное, все-таки первым брать в разработку. Да, два шепота. Это серьезно. Я вот не помню, кто из них сильнее. Этот-то я знаю, бомбит огнем, будь здоров. А вот этот я не помню, что делает. Тоже пламенем шпарит. Тоже пламенем шпарит. Да. Фейлиться не хочется, понимаешь? Не хочется просто проигрывать. Давай, наверное, так сделаем с тобой, чтобы фул хп у нас было на следующую волну. Успеешь добить, Барсик? Тогда вот так. Фу. Предпоследняя волна. Укус. Так, сюда. Давай нафиг сделаем с тобой понижение брони ему, чтобы быстрее его разобрать. Ну что ты творишь, а? Ну... Не, ну с другой стороны, лучше пускай этот бомбанет, чем они, да, со своим пламенем. У них пламя намного сильнее, чем этот понижение брони. Хотя если он сейчас опять... Просто вынудили. Просто вынудили, ребята, меня потратить грушу. Отлично, ну что ты, а? Хмырю наш мелкий. Давай его быстренько, ребята, сейчас попробуем шатать. И последняя волна у нас там будет. Но, опять же, у меня нету груши. Хильнуться я уже, как ты понимаешь, не смогу. И это плохо. Опа! Ты гляди, что творит, а? И это вот с такой фигней я пришел на последнюю битву. Это очень плохо, ребята. Это скверно, я бы сказал даже. Трындец, по-моему, здесь будет сейчас. Нам нужно успеть уничтожить этого. Вдруг получится, а, ребят. Все, фул хп, одно радует. Но этот сейчас может суперудар сделать. Вот смотри, 4 энергии. Сейчас что-нибудь. Сейчас что-нибудь чудо нет. Нет! Ребята, а может быть вот эти вот боссы не могут делать суперудар? Ну, с другой стороны, почему не может? Должен он их делать. Просто, скорее всего, для этого оставляет все. Да? Для душителя, скорее всего. Так, хильнемся. Иди ты отсюда, паршивец. На тебе. Так, два удара и добивка. Мне придется вот так вот. Да что ты. О, друзья мои. Пока везет, пока везет. Крутим наше колесо удачи. И выпадает нам с тобой 125 миллионов рыбы. Ну что ж, хорошо. Рыбка нам выпала. Ареновский пак мы с тобой с элитными забираем.
5 элиток выпадет. Костолом, шторморез, внушитель, шипорез, прихвостень, героический кривоклык, пещерный скалотряс. Так, друзья мои, забираем 200 рун и идем с тобой на последний поединок. Блин, что же в этом паке есть, а, ребята, очень хочется посмотреть, просто очень сильно хочется глянуть. Он выглядит так еще красивенько, цветастенько. Так, ну что, дай бог нам выиграть здесь. Если что, я даже руну потрачу. Поехали. Так, начнем, естественно, с этого хламона. Угу. На тебе, за трещину. Вот то, что тут костолом, да еще и огнеплюй, вот это плохо. Еще плюс при этом он усиленку сразу делает. Плохо, плохо, ребята. Для нас в дальнейшем такая перспективка не очень хорошо. Он кто? Он еще и красный. Он еще и красный, то есть дамагеры это. Опа. Опачки. Поменялась кардинально у нас тут компашка. То есть теперь вместо шепота появился еще один костолом. Но это страж. То есть стражи у нас что делают? Обычно занимаются с разбегом, да? Бомбят. Блин, ну в любом случае страж это всегда плохо, потому что его замучишься пробивать. Окей. Так, сейчас. Эх, Бартик, а мог бы его добить. Следующая волна. Так, ну, понятное дело, начинаем с красных. Заканчиваем зелеными. На тебе. Вау, кривоклык, ты красавчик. Ты просто красавчик. Кританул так кританул. От души. Поехали. Понижаем. Также. Кусь. И что он там будет делать? Ну, энергии у него не хватает. Там минималка, по-моему, нужно 3 кубика, чтобы сделать ему суператаку. Да вы издеваетесь, что ли? 3 костолома. 3, ребята. И причем 2 из них стража. Да, это как-то не особо меня радует. Причем зелень очень хорошо наносит дамаг по фиолетовым. Как бы тоже это не есть гуд. Ну что, хиляемся тогда. Так, отхил сработал. Бомбим. Еще у них уровень не такой мощный. А это сейчас будет, наверное, разбег делать. Ну, естественно, ребят. Ну я даже не с курочкой сомневался, что будет разбег. И он его сделал. И он сделал его на ком? Да-да, знай на ком. На хиллере. Промахнулся, и слава богу. Так, ты тоже промахнись. Не промахнулся. Так, срочно лечим наши боевые раны. Но этот еще сделает разбег. Вон, у него есть энергия. Не, ребята, тут придется, скорее всего, так вот делать. Уж извините. Иначе мы бы отдуплились. И не видали бы мы с тобой пака. А так хоть какой-то шанс есть. 300 рун, да, потратили 300. Но 200 мы с тобой заработали, так что поэтому как бы... Ох, ёк-макарёк. Да. Ну и команда, блин, а. И это еще не последняя волна. Тихо ты. Не трогай мне Барсика. Вот правильно, так вот распределили удары и славненько. Поехали. Залечиваемся. Кусаем. Так, это, наверное, по уровню там маленький, да, у нас? Сейчас бомбанет, мало нам не покажется. Да вы отвалите, блин, то этого начинает бомбить, то Барсика, ты понимаешь? Лечим. На последней волне нам тоже с собой, наверное, придется все-таки потратить. Что он что сделал сейчас? Хил? Так, наверное, лучше сделать и добить. А у этого броня? У этого броня он себе наклеил все-таки, да? Броньку успел. Сейчас мы ему устроим. Мы минусанули броню, но не в минус, а просто ее сняли. Дополнительную защиту.
Сейчас он просто ударит. Просто ударит. Мы с тобой залечим наши боевые раны. Так, Барсик. Он сейчас опять звезданет. Либо Барсику, либо Шторморезу. Барсику досталось. Кусаем. И добивка. Все. Последняя, ребята, волна. Ну, я думаю, что тут всем все и так ясно, что мы тут будем делать. А я, знаешь, что сделаю сейчас? Немножко по-другому. Смотри, я хочу сейчас сделать вот так. Блин, я думал, что он будет сильнее кусать, если честно. Получилось нифига. Как бы у меня эта моя шуточка-прибуточка боком не вышла. Ты понимаешь, да, о чем я? Блин, рискованно. Ну? Твою налево, а? Оглушенный он у меня. Сделаем так, поехали. Сейчас кого-то пламенем ошпарит. Ну, Барсика, естественно. Кого еще-то? Ну? Поэтому звезданул. Удар. Добили. Так, Кривоклык. Блин, а кто из них сейчас будет ходить? Наверное, вот этот все-таки. Нет, я ошибся, не этот. Твою налево, ребята. Обстановка накаляется. Вот что я тебе могу сказать. Трындец, все потратил. Все, что было, и... Добьешь ты его, своего кореша-то, или нет? Почти. Так, тогда мы делаем вот так. Он опять, ребята, сейчас будет делать оглушение. Вот в чем проблема-то вся. У него, видишь, разбег есть. Сейчас бомбанет по кому. Вот, видишь, что творит. Но все равно мы его запинаем. Он сейчас просто ударит, мы с тобой отхилимся. Мы с тобой отхилимся, плюс сделаем укус. И понизим ему броню. Все, ему крышка. Кривоклык его сейчас уничтожит. Фу, ну что, прошли. Да, было тяжело, ребята. Крутим колесо. Зарабатываем с тобой 125 миллионов рыбы. И забираем тот самый пак. Что за пак? Не знаю пока, что там вообще в нем. Так, это нам на почту он прилетел. Ох ты, зов жатвенницы. Руны. Руны, так, шестеренки, железо. Ох ты, друзья мои. Блин, стрелка с меча, это образ. Я думал, что это... Что? Разблокировать? А у меня стрелка-то еще и не разблокирована, прикинь. Образ есть? Стрелки нету. Вот, у меня верхолаз есть. Здорово. 14 тысяч, вы серьезно? Ладно, друзья мои, пускай будет. Рано или поздно все равно мы освободим. Так, а что теперь нам делать? У нас вроде бы как все здесь сделано. Так, этого я хотел покормить и отправить на прокачку. Так, модификрылка. Что у нее там? А, мы уже и отправили за рыбой, да, получается? Получите 7 разных... А, поручить 7 разным драконам добычу, да, делать? 10 листьев. Да, кстати, по поводу листьев я же хотел глянуть. Так, это где у нас? Пум-пум-пум-пум. Погоди, я что-то не понял. Ну, мы с тобой листочки собираем. А зачем?
Зачем нам листочки-то, я не могу понять. Ладно, пускай будут, я не знаю, какой-то от них, видимо, есть толк. Так, что ты там у нас? Прокачать тебе, что ли, парень? Лети, тренируйся. А ты чего прохлаждаешься у меня там? А ветрокрыл тебе, естественно, суждено все время летать за металлом. Так, еще выполнили, да? Еще забираем 10 листьев. Опа, что-то получили. Оу, нет, это не то, ребят. Я такой радостный, 100 рун. Угу, мы с тобой 50 рун всего лишь получаем. Так, привал викингов. А это что такое привал викингов? Просто ну, для красоты или что? Грязевая яма. Блин, 100 монет уйдет. 500 листьев, слушай, ребят. Сокровище плеваки. Дайте мне 1000 рублей, я активирую. Ну, пожалуйста. Блин, круто же. 7500 листьев, 600 рун, 200 монет Один. Да, овцемет какой-то еще получим. Получим. Получим, если купим, вот тогда получим, ребят. И дополнительные этапы, бонусы, бонусы, бонусы. Офигеть. Да, круто. Ты посмотри. Сезонные награды. Да, рун сколько выпадает здесь. Круто, конечно. Что это такое? Что это за глючик такой у нас был? Так, ну что, мы, наверное, с тобой еще сюда сходим. Набьем, наверное, пак один, которого у нас не хватает. Ну и, как ты понимаешь, заодно откроем с тобой пак Одина. Здесь-то у нас кто? Ага, тройной удар, шторморез, ну и, как ты видишь, пристиголовый. Опа, отлично, накатили слегка. На тебе, и добивка. Очень хорошо мы сейчас разбираем, кстати. Тихо ты, тройной удар, ты что, ты разбуянился-то так? Ну правильно, у нас пониженная броня здесь. Он уязвим, как я не знаю кто. Так, ать, и не уничтожили. Три энергии, сейчас что-то будет болючее. Да, я бы сказал, очень болючее, потому что просто взял и уничтожил мне моего барсика. Но мы-то отомстим, верно же? Конечно, мы такое не прощаем. Иди ты в баню. Так, и добивка. Нормуль. Ну что же, у нас с тобой следующий поединок. Громобой, но это уже защитник идет. Змеевик и опять же Кривоклыв. Кривокрик. Кривокрик. Смотри какой, а, красненький, да. Сильненький, да крепенький, я бы так сказал бы. Ну что ты там? Промахнулся, вот правильно. Слушай, у вас инициатива-то не слишком зашкаливает, ребята? А? Уровень за уровнем. Бомбят без остановки. На тебе. Допрыгался. Так, кривоклык. Не... А, это, блин, не мой. Это не мой ходит. Смотри, что творит, а. Блин, где же у меня дракончики, которые понижают уже атаку? Они есть, но они не прокачаны. Поэтому смысл их брать с собой в отряд я не вижу. Так, боевые раны залечили. Бомбанули, вот. Мы, кстати, с тобой давно что-то не пользовались вот этой слепотой. Раньше мы эффективно ее использовали и неплохо играли. Очередной поединок. Здесь у нас, значит, ужас, кривоклык и плюс плюс Громоль. Так, секундочку. Да иди ты, что ты сразу со своими фаерболами? Да еще и усиление атаки сделал, ты прикинь? Блин, не успели начать играть, уже все, началось. Так, сейчас мы с тобой бомбанем. Я думаю, добьем. Нет, вот так сделаем, наверное. Раз, два. Плюс. Упс. Я думал, что мы сейчас с тобой хильнемся. Угу, хильнулись. Бедный барсик, все, ему крышка. Ему крышка, его сейчас раз запинают. Запинали. Так, а мы с тобой можем сделать следующим. Вот так вот. Раз ты подусиленной атакой, бомби своего кореша. Вот этого вот.
Упс. Упс. Нифига он шпарит. Уничтожаем. Так, трать свой фаербол, пожалуйста, пожалуйста, трать фаербол, трать фаербол. Не то я хотел, не то. Не тот ты, парень, фаербол сделал. Я хотел, чтобы ты ульту потратил, а не просто пшикнул. Так, ну-ка. Раз, и добивка, да? Так, точно. Ну вот, как-то так. Ну что, ребята, пак нам выпал обычный. Ну, а здесь у нас пак вождя. Громобой, шторморез, вострозуб. О, сарделька, две карточки. Отлично. Ну и получается, что на сегодня все. Так, ну да. Нам пока больше с тобой здесь заняться нечем. Так, секундочку, этот уже получает новую способность. Иди давай. Тренируйся. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.